В день ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте прошел главный военно-морской парад. Он стал третьим по счету. Впервые такой парад прошел в 2017 году. И по традиции командование ВМФ России и руководство Русской Православной Церкви пригласили Саровский музей морской славы принять участие в праздновании. В Кронштадтский морской Никольский собор была доставлена рака с мощами святого праведного адмирала Федора Ушакова и Саровская уникальная выставка, посвященная главнокомандующему. И она у нас самая лучшая, то есть пока единственная передвижная выставка в стране, где реально вы можете пройти этапы от его рождения до современности. И так как это было сделано на основе нашей выставки, которая действует в Сарове, то в 2016 году у нас впервые Русская Православная Церковь попросила сделать такую передвижную выставку, и с тех пор мы по стране путешествуем именно с ракой, с мощами. Экспозиция «Адмирал Ушаков» состоит из 14 стендов, но в этом году ее дополнили еще тремя. На первых двух саровские ветераны ВМФ демонстрируют маршрут перенесения мощей адмирала в 2016 году. Тогда выставка за месяц была продемонстрирована в 11 городах. И фотоматериалы, как это было. Ну и еще плюс дополнительно мы показывали стенд по Николаю Герасимовичу Кузнецову, то есть это нашего главкома военно-морского флота, и его роль в сохранении именно памяти Федора Ушакова именно в советский период времени. Но главный экспонат выставки – это единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова образца 1803 года. Ветераны ВМФ создавали его более 10 лет и даже смогли найти и воссоздать копию ордена Святого Януария, которым был награжден Федор Ушаков, но который вы не найдете ни на одном портрете адмирала. В то время этим орденом было награждено только два человека в России – Павел I и адмирал Ушаков. Павел I через год, вы знаете, убьют, орден пропадет, а Ушаков больше не рисовался. И поэтому и в этом изображении нет, не существует. И поэтому вот мы реально показываем, как по-настоящему выглядела форма Ушакова и как носились ордена. Передвижная экспозиция «Адмирал Ушаков» пользуется у жителей всей страны большой популярностью. Только в первый день выставки в Санкт-Петербурге ее посетили более 17 тысяч человек. А к 2020 году главком ВМФ планирует сделать копии саровской экспозиции и тиражировать ее на все флота.